Всем привет, вы на канале Вкусные Истории. Сегодня финальный, последний обзор на бургеры из заведения Тора Бургерс. Точнее, один хот-дог и маленький бургер. И напитки мы здесь уже в конце попробуем. Это Бро Бургер, новый их бургер, который они буквально пару месяцев назад запустили. Граммовки у него нету. Должен весить в районе 130 грамм, 173. У хот-дога тоже нет граммовки, весит он 166 грамм. Про бургер стоит 29 лей, хот-дог стоит 30 лей. Вот так вот он выглядит, вот такой вот маленький. Здесь небольшая котлета, соус, айсберг, помидоры, огурчик, красный лук и соус. Булка такая же, как и в больших бургерах, только меньше. Кстати, у хот-дога булка тоже такого же плана. Та же булка, просто в виде булки для хот-дога. Видно, что он немножко прогрет, поджарен. Здесь соус, горчица, огурчики, айсберг. Вот такая вот сосиска длинная. Попробуем, стоит ли он 30 лей. Вот так вот он выглядит в разрезе. Маленький бургер выглядит вот так в разрезе. То есть это обычный гамбургер получается. Или американ бургер, как у них. То, что был первый день обзоров. Только в два раза меньше. Попробуем хот-дог. Пробую бро-бургер. По хот-догу могу сказать, булка с одной стороны хрустящая, ее немножко так подогрели, поджарили получается, с другой стороны нет. Очень много соуса, вот этого кетчупа, горчичного соуса, белый соус есть. Вкус сосиски вообще непонятен, она скорее всего какая-то куриная, но очень простая сосиска. Огурчик там буквально пару ломтиков. Честно говоря, я от этого хот-дога не получил большого удовольствия. Если сравнивать с бро-бургером, цена одна и та же, лучше возьмите бро-бургер. Это абсолютно тот же бургер. Американ бургер, гамбургер меньше в два раза. По вкусу тоже классный, хорошая котлета, соуса достаточно, помидорка, огурчики, салат айсберг. Вот это классный, маленький, но классный вкусный бургер. Берите его вместо хот-дога. Вот такое вот мнение по хот-догу и бро-бургеру. Весят примерно там 160-170 грамм. Переходим к напиткам и к соусу сырному чеддер. Виноградный сок, у них есть еще яблочный, кажется, и томатный. 330 грамм. Открываем, пробуем. Вкусный виноградный сок, скорее всего из какого-то виноградного сиропа делается. Похоже на виноград, но сладкий он такой сильно. Наверное, много сахара добавляют. Насыщенный вкус, яркий, чувствуется прям вкус винограда. Но это может быть и какой-то концентрированный сироп. Газировка Dr. Pepper. Я даже не представляю, какой у нее вкус. Пробуем. Ну, такая газировка, на черешню какую-то похож вкус, или на вишню. Интересная, но прям ничего особенного. Ну, ради интереса можно взять попробовать. И сырный соус чеддер остался у нас. Вот так вот он выглядит. Достаточно густой, стекает долго. Вкусный, яркий и насыщенный сырный соус. Действительно чувствуется вкус сыра чеддер. Стоит он 10 лей. Вот такой вот сегодня, друзья, обзор. Последний, финальный. Хот-дог, бро-бургер, доктор Пеппер, виноградный сок, соус сырный чеддер. Я вам рассказал свое мнение, выводы делайте сами. Я не буду подводить итог по каждому бургеру с начала недели. Все ссылки на все бургеры в описании, в инфобоксе под видео. Переходите по ссылкам, смотрите то, что вам интересно. Не забывайте ставить лайки, набираем 50 лайков, и я снимаю набор для дня рождения из Тора Бургерс. Там огромный килограммовый бургер, закуски, напитки и так далее. Набор такой. Посмотрим, что это все из себя представляет. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях, пишите комментарии, заказывайте еду в проверенных местах. Всем приятного аппетита. Пока-пока.